Здравствуйте, дорогие друзья! Вы снова на канале Алексея Лиса. Это я на самом добром в интернете канале, посвященном баяну. Потому что я его очень сильно люблю. Если вам нравится мое творчество и вы хотите, чтобы я продолжал записывать эти ролики, пожалуйста, покажите мне, что вам это нравится. Перечислите мне 1 рубль по номеру, указанному ниже. Мне будет очень приятно, и я буду делать этого постоянно. Итак, сегодня у нас потрясающий день. Много раз меня просили, покажи, Алексей, басовые ходы. Все правую руку, правую, покажи левую руку. И этот день настал. Я вам сейчас покажу самые стандартные ходы, которыми я пользуюсь, ну, постоянно, каждый день пользуюсь. Именно левой руки. Все очень-очень просто. Когда мы берем левую руку, я буду показывать, сразу скажу, буду показывать все в ля миноре, для того, чтобы было проще. Итак, когда мы играем что-то, неважно, вальс это или не вальс, первый вариант самый простой, с чего все начинают. И вот так вот, да? Бас аккорд. Дорогие друзья, если кто-то из вас играет на гитаре, я уверен, что вы чередуете струны. Но и здесь точно так же можно чередовать. Смотрите, все очень просто. В правой руке у нас есть аккорд. Мы находимся в ля миноре. Аккорд состоит из 3 нот. Ля, до и ми. Да? Эти ноты мы можем играть в левой руке. Ля, до и ми. То есть мы можем брать и играть не так вот. Да? А я вообще всегда просто чередую. Да? Раз, два. То есть на одну выше. Вне зависимости, какой это аккорд. Если он продолжается как минимум 2 нажатия баса, то я всегда чередую. Я беру аккорд. И тут же аккорд, который выше, потому что это хоть как-то разнообразит. Я помимо аккорда выше еще использую 3-ю ноту, да, в этом аккорде. Это нота, которая находится раз, два, три. На 3 ниже, чем основная. Вот она. Можно брать либо эту, можно брать их все 3. Когда у вас это встанет в пальцы, это будет просто огонь. К сожалению, эта схема работает только на минорных, на грустных аккордах. Да? Если это будет веселый аккорд или септаккорд, схема у нас немножечко меняется. Каким образом? То есть мы вместо дополнительного мы берем, который вот на 2 ниже, тоже он остается, но вместо аккорда, который наверху, ой, сейчас, извините, не на 2 ниже, да, мы берем вот аккорд основной мажор, здесь который выше, как всегда, и 3-й дополнительный бас у нас будет вот тут вот, прямо напротив этой кнопки сюда. Будет звучать это так. Я бы крайне рекомендовал бы поиграть именно такое упражнение. Потому что, как я говорил, именно эти аккорды именно вот катят. Именно 3 баса. То есть, если у нас минорный аккорд, и мы, у нас минорный, да, в этот момент вот именно аккорд, кнопочка нажата, мы играем 3 баса таких. И этот, который мизинцем, да, вот он сюда, на 3 ниже. Считаем, раз, два, три, на 3 ниже как раз. То есть, я обычно как делаю? У меня основной палец лежит тут, палец, который безымянный, я ставлю между вот этих кнопок, да, между вот этих следующих кнопок. А следующий мизинец у меня как раз попадает на ноту, которая мне и нужна. То есть я вот так вот играю. А этот у меня между кнопок лежит. Как бы так, таким вот образом. Но мне так удобно. То есть, если у нас аккорд минорный, мы делаем следующее. Как упражнение даю, ребята, как упражнение, чтобы развить мизинец, потому что зачастую у любителей он не развит. На бас, основной аккорд, сразу выше на 1. Аккорд, дальше мизинцем, аккорд, выше аккорд, бас, и вот так вот. Если же это минорный аккорд, мажорный аккорд или септаккорд, в этот момент мы играем вправо, то мы вместо вот этого мизинца мы берем, который напротив. Вот, в общем-то, и все секреты, секреты все. Еще раз объясню, почему именно эти 3 баса. Потому что именно они входят в тот аккорд, который у нас звучит. Если мы попробуем послушать каждую нотку отдельно, нажимая так.
ла. Вот они и звучат в этот момент. Здесь же, когда мы нажимаем аккорд, звучат три ноты. И эти же три ноты мы можем чередовать в басу безо всяческих проблем. Все, с этим, в общем-то, я думаю, что все понятно. То есть, вот как упражнение, присылайте мне, пожалуйста, видео. Я вас очень прошу, друзья, присылайте мне на WhatsApp видео. Вот уже человек 15 мне по всей России постоянно шлет видео, и я постоянно отвечаю, направляю, как бесплатное обучение. С огромным удовольствием помогу всем. Присылайте, я вам и с пальцами помогу. Тут бывает так, что люди играют, знаете как, вот у них аккорд, у них вот так вот палец стоит, например. Ну, это же неправильно. Кстати, как правильно ставить пальцы в левой руке, я же не сказал. Смотрите, вот этот вот палец, вот этот вот указательный, он у меня лежит на среднем пальце. То есть некоторые вот так вот играют. И у них он оттопырчивается. Нет, он должен прям лежать. Он должен быть расслаблен и лежать на среднем. Вот так вот. И просто двигаться в зависимости от того, мажор или минор. А некоторые играют вот так вот. У них палец вот так вот растопырен. И это крайне неудобно. Это раз. Дальше самая распространенная ошибка — неправильная регулировка ремня. Ремень должен быть удобным. Удобным должен быть. Он не должен болтаться. То есть его надо по максимуму затянуть, но так, чтобы было комфортно. И самая распространенная ошибка, что люди играют вот таким вот образом. У них этот палец, видите, он лежит вот так вот. И он задевает остальные ноты зачастую. Это неправильное положение руки. Это у всех начинающих такая ерунда. Смотрите, главное, чтобы нам вот эта вот фаланга, она была перпендикулярна кнопке. Вот так вот. Вот таким вот образом. Да? Не вот так вот, чтобы задевать, а именно вот так, перпендикулярно. А для этого нужно просто подать руку чуть дальше и кисть расслабить. Она у вас должна как будто яблочко держать. Вот так вот. И все у вас будет чудесно. Чтобы, еще раз повторю, главная задача, чтобы вот эта вот фаланга была перпендикулярна корпусу. Чтобы не задевать другие кнопки. Обратите внимание, да, она у меня вот так вот стоит все время. Дальше, следующее. Это что касается аккомпанемента. Причем это не важно, вальс это или не вальс. То есть мы все время чередуем эти три кнопки, если минор, и вот эти три кнопки, если мажор. Поверьте мне, у вас очень сильная игра разнообразится, и вам это очень-очень-очень-очень понравится. Дальше. Самые популярные ходы. Это, вот я сейчас играл, там, «Розовая пантера». Кстати, спускание по полутонам. Этот ход постоянно используется. Например, смотрите. Видите ход? Чтобы его разучить, берем. Во-первых, нужно разучить именно это как сам ход. Ля минор. Я даже повторять больше не буду. Все время в ля миноре. Раз. Дальше. Указательный. Сюда. Это уже стоит здесь. На соль. И обратно. Обратите внимание на пальцы, пожалуйста, на правильную аппликатуру. Мне удобно так. Я бы так проходил. Так вот, раз 10, 20, 30, 50 сделайте, обязательно пришлите мне видео, я вам дальше дам ходы. Если эти освоите, у меня просто все в видео-то не влезет. Весь мой арсенал не влезет в видео. И обратите внимание, то есть, кстати, эти три аккорда я чередую, там уже дальше у меня будет обязательно урок по ритмическим рисункам. То есть можно играть же. Видите, то есть я все время использую вот эти три хода. Дальше ход. Это вниз, да? Такой же есть вверх, я уже показал. У меня
дальше спрашивают, вот красивый в вальсах вот этот басовый ход, который ты часто играешь. Покажи его поподробнее, пожалуйста. Смотрите, как он звучит. Красивый ход, спору нет. Его надо просто разучить. Если вы находитесь в ля миноре, значит, выглядит он так. Дальше, здесь вот сюда вот, смотрите, я специально беру баян, на котором вам удобно видны кнопки. Дорогие друзья, пожалуйста, оцените этот момент. Мне не просто на нем играть, тут спора нет, но тем не менее. Дальше. Следите за пальцем. Так, тренировать так. Не попал. Видите, сам зачастую не попадаю. Ну, надо просто выиграться в вальс, прочувствовать его, всю душу вложить. Я вам скажу, секрет открою. Когда вы научитесь играть какую-то песню, вы знаете, вы забудете про пальцы, вы будете просто наслаждаться музыкой. До этого момента нужно просто дойти. Немножко поучиться, немножко сделать и в какой-то момент определенный. Вы знаете, как вам будет хорошо? Вы будете сидеть и наслаждаться музыкой, не думая об этих пальцах, о мехе, ни о чем. Вы в этот момент начнете ее прям чувствовать всем телом. Это непередаваемое ощущение. Я каждому желаю до этого момента дойти. Еще раз. Видите, какая красота. Вот этот ход очень известный. В принципе, больше для жизни ничего не нужно, никаких ходов. Друзья, пишите, пожалуйста, пишите свои вопросы в комментариях, пишите. Пишите, если вы нашли у меня ошибки в игре, пишите, какой я раздолбай, где я не попадаю по кнопкам. Мне будет все равно очень приятно, мне приятно любое ваше внимание. Ну, а тем более, если вы финансово поучаствуете в нашем замечательном проекте и 1 рубль перечислите мне на телефон, мне будет безумно приятно. Телефон вот будет указан внизу. Пишите комментарии, я вас всех очень люблю. Очень люблю. Спасибо вам огромное, что вы со мной, а я с вами. До свидания.